Ну что, это очередные новости по Black Rush. Прошлый выпуск новостей вам что-то не особо зашел. Там я даже сейчас посмотрю, сколько просмотров. Но просмотров там прям вообще, знаете, наверное, даже вот в данный момент до сотки. То есть там прям вот сейчас, там 66 просмотров. И я не знаю, будут ли какие-то улучшения, пояснения по поводу всего этого. То есть я не знаю, что-то предыдущий ролик прям вот вообще он мало просмотров набрал. Почему так произошло, я теряюсь в догадках. Я даже, ну я не знаю, я предсказать это все не могу. Мне достаточно вот странно от того, что прошлый видеоролик не зашел, при том, что там такое, знаете, нормальное превью, и там я даже вроде как воды не лью, поэтому если что-то, посмотрите предыдущий видеоролик, а сегодня мы перейдем уже к этому видеоролику и посмотрим, что в этом видеоролике вообще тут такое, я вам расскажу, что тут такое вообще будет, и давайте перейдем к самому вот этому вот всему новостям, то есть новости свежие, новости прям буквально такие, знаете, вот недавно буквально вышли, я вот их прям сразу вот вам рассказываю. Мотосалон Harley Davidson на Black Rush, настоящие классические мотоциклы для настоящих байкеров. Ничего себе, получается, что на Black Rush добавят какие-то мотоциклы, новые, мотор Harley Davidson Bicycles или Cycles, или что это вообще такое. То есть добавят вот такой вот автосалон, и опять-таки это все выглядит очень красиво, очень круто, но как все это будет выглядеть в игре, я не знаю. И скорее всего мотоциклов там не будет. Я недавно, представляете, мне накапали деньги с рефералов, я подумал, ну уже как-то не особо солидно вот так вот без машин, без всего вот этого прочего тут находиться. И в целом, то есть я пошел покупать себе машину, там выбрал себе какую-то то ли Волгу, то ли еще что-то вот такое, знаете, блатное, крутое и так далее. Уже нажал купить, а оказывается, что машин их ограничено на Black Rush. И, видимо, в данном мотосалоне их тоже, наверное, будет ограничено. Я не знаю, когда данный вообще мотосалон весь он появится на нашем любимом проекте под названием Black Rush, сокращенно BR, там Черная Россия и так далее. Но в целом я, разумеется, буду все это ждать. И я вообще, то есть, ну, у меня каких-то таких особых предположений по поводу всего этого нет. Давайте рассмотрим сам вот этот вот маппинг всего вот этого вот мотоциклетного, мотоциклистского и всех прочих вот этих Harley Davidson. То есть очень странно, что на Black Rush, казалось бы, это Россия, это русские города, русские машины, русские там, возможно, женщины, персонажи, все прочие люди. А тут у нас, в общем-то, Harley Davidson, который, по сути, это же американское все, то есть Harley и Davidson и все вот это прочее. Возможно, там как-то это все по истории, по лору игры, все это потом объяснят, откуда весь этот Harley Davidson он появился вообще в наших вот этих во всех русских городах. То есть очень странно, что на проекте, на котором штрафуют за то, что ты там, я не знаю, на красный свет светофора проехал, как в реальной жизни, и при этом тут у нас Harley Davidson. То есть возможно, что это какой-то там, я не знаю, обмен будет, типа мы им там в Америку Волгу свою, там, я не знаю, копейки, вот эти вот все машины, газ и так далее, типа, ну от газа, от вот всех вот этих вот, я там не знаю, наших автосалонов, автозаводов, всех прочих вещей. А они нам, в общем-то, Harley Davidson на всю вот эту вот нашу Black Rush. Возможно, что все будет так. Возможно, что все будет как-то немного по-другому. То есть, если честно, я тут даже предположить не могу, как тут все это будет выглядеть. И как вообще со всем этим мы будем справляться, управляться и так далее. То есть, ну, для меня это прям что-то такое неимоверное. Но в целом, если вот так судить по маппингу, по тому, как все это сделано, по тому, как все это спроектировано, и по тому, как все это вообще нам представляется тут и предоставляется, в общем-то, и все прочие вещи вот тут происходят, то в целом нормально. Если честно, то вот тут вот так вот по маппингу я даже не могу сказать, где все это будет находиться, но где бы это ни находилось, я думаю, что нужно будет туда мне как-то заехать и, в общем-то, посмотреть, что там будет со всем этим Harley Davidson'ом, или там, я не знаю, еще с Davidson'ом Harley, может быть, с мотором Cycles'ом или Cycles'ом мотором. То есть тут нужно будет еще это все рассмотреть, посмотреть и так далее. Пока что я ничего загадывать не буду, но в целом выглядит все это хорошо, и я бы даже сказал, что, наверное, отлично. Всем спасибо за просмотр на этом. Я бы хотел сказать, что Black Rush, ссылка на вот это вот весь проект и на лаунчер, и на все прочие вещи, она находится в описании данного видео, вы туда можете зайти, там со всей этой информацией ознакомиться, там же в описании есть мой никнейм Данила КПРФ, там же в описании есть мой промокод хэштег ZDC, поэтому если вам он нужен, если вы хотите получить какие-то вот эти вот все деньги и прочие привилегии на проекте, на сервере Indigo, на 11 серваке, то, разумеется, переходите по ссылке в описании, скачивайте Black Rush, и все у вас будет хорошо, замечательно и круто. Всем спасибо за просмотр, увидимся тут же завтра, я надеюсь, что все это произойдет в 20:00, либо же немного попозже, либо пораньше.